снова яйцо, только он ушел. Скоро вернется. К сожалению, в 3008 нельзя летать, если что. Так что... А я пришел, у меня игра загружается. Я буду тоже видео снимать. И... Опять. А второй я... за день. А я уже снил. И мою. Я. И, кстати, Есен, поздоровайся. Если что, мы... Если что, просто ничего. Саша, а ты на какую сеть? Ты ко мне зашел? Так я, да, я к тебе дошел. Я пока ищу склад и собираю на временно еду. А я не буду запись включать, пока у меня не это. Саша, у меня прогружается. Я жду, пока мне можно будет взять предметы. Углебургер. А я бегаю с фонариком. О, кухня номер один. Сейчас я метку поставлю. Да, ты у меня на сервере. Все. Если человека есть премиум. Ну да, премиум это не так уж и важно. Хоть это и дает робуксы, но это не так уж и важно. Премиум это. О, склад. Я запускаю. Бобы? А где? Мне придется Яндекс открыть. Закрыть, то есть. Ну ладно. О, я склад вижу. Еще какого-то чела. О, пора включать свои мастерские вещи, чтоб... Тарас! Саша, у меня прекрасные новости, я не могу включить запись. Круто. А, я могу Steam включить или через Steam это... Включить это... Господи, запрыгни! Так, где наш программа для записи? OBS Studio запустить. Подожди-ка! Я вижу еще один склад. А? Ты че? Саша, я выключу звук, потому что у меня пылесос. Я пока свое видео буду записывать. Окей. Окей, I Google. Я скоро приду. Так, пока что без яйцона. Простите. Простите. О! Хопа! Так, си. Я беру телевизор. Телевизор. Прыгаю. И ставлю сюда. Что это? Что это? Так, теперь я должен взять отсюда все вещи. О, птички! Ты чё, я птички? Кухня номер один. Номер один. Кухня номер один. Ай! Понос! У меня понос! Понос! Короче, я всё переделаю. Беру телевизор. Сейчас мы все разберем по стенкам. Читера зарежем. Директор убью. Да.
свистнуть. Окей, свистнули. Ладно, я не буду таким тупым голосом говорить. А то я чую, он кого-то бесит. Я бегу. А я строю домик. Я уже начал видео снимать. Главное не заиграться, чтобы видео не продлилось. Да и у меня то же самое. Да? Подписчик. Как это обычно бывает. Саша, я почти у тебя. Ай, ИСП. Я тебя, по идее, должен увидеть. Нет. Да, ты на стул? Нет. Что? Еще толк. Саш, свистни еще раз. О, вон ты. А, нет, тут фонарик. Смотрите. Вон фонарик синий. Я синий, я голубым фонариком свечу. Я, кстати, склады нашел. А я так и... Вон ты бежишь, вон ты. Здорово. Поставь метку на дом, чтобы не потерять. А как разобраться? Тебе. Sorry. Я понял, на коробку. Вот так. Хоть это и... Блин. Над забиранием дома... Я спасся, я там стою, ты видишь меня? Да. Я из-за тебя дофига хп потерял. Вот, я. Я нашел, главное мне тебя дождаться, это, когда пройдет ночь. Остальное все. Исон, ты можешь просто ко мне забраться через эту штуку. У нас тут Олег Бебрович ходит. Что-то хочет. Как классно ты все обустроил. И телевизор, который сломал ты. Он не сломался, а на нем яйца какие-то. Я не про шутку. Я принесу это свой фонарик. Свой? А чё он катится? Чё? А чё мой фонарик покатился? Потому что ты его неровно поставил. Мне твоя забиралка бесит. Я тоже, я хочу ее сейчас исправить. У меня, кстати, немного еды есть. А у тебя вода есть? Надо еду на зеленый день сохранить. Опа, скоро у нас 60-й день. А у тебя есть, кстати, водичка? Водички у меня нет. Жаль. Я тебе могу, кстати, аптечки дать, если вам нужны. Аптечка, давай. Сейчас. О, давай потом видео снимем по маку. А только проблема в том, что завтра только. Прости. Чё? Завтра в день можно снимать 2 видео только. Да? Как я знаю, что... Да, такие же правила. Ну, завтра тогда снимем.
сегодня снять, а выложить завтра. Давай сегодня снимем, и завтра с утра выложим. Окей. По Маку еще видео снимем, это точно веселый будет. А вы знаете то, что я только сейчас помню, что я видео делаю? Ты пока кухни поищи тогда. Я кроватку принес. Все, теперь у нас кроватка есть. Ясончик. А я нашел компьютер. Горячие ванны нашел. Не надо горячие ванны. Не надо нам чтобы нашел. Я видела, ой, я телефон уронил. Ой, я гигантский нашел телевизор. Я тащу гигантский телевизор домой. Здесь просто гигантский. О, еда! Я потом тебя возьму. А, у нас же там. Это ты не сон, надеюсь? Я иду к тебе, я просто заводился. Я, кстати, метку на дом не поставил. Да. На телевизор поставь. Сейчас. Вот так. И последний штрих, ну, не последний. О! Все, я отметил дом. Я думаю, нам фонарики надо убрать, а компьютер куда-нибудь в другое место поставить. Саша, а что ты так телевизора не поставил? Стой, не надо сейчас его ставить. У нас и так освещено. Вот здесь. Стой, у меня есть идея. У меня кое-какая гениальная идея. Никуда его не ставь, окей? Да. Зачем ты карандаш повесил? Я чуть не умер. Ну да, я так. Мне покушать надо уже. Мне мало здоровья. Я тебе сейчас дам. А у меня есть. У меня есть мороженое. А, ну мороженое за энергию. Я аптечку воспользуюсь. 3008, конечно, мы такую невеселую игру выбрали. Ну да. Но будет классно наблюдать, что мы делаем. Ой, я опять чуть не умер. Да зачем ты вниз прыгаешь? Короче, я побежал искать кухню. А сколько мы уже видео снимаем? Я? Я направляю. Длинное видео никому не будет нравиться. 13:50. Ну, 53 я снимаю. А, ну я меньше снимаю. Я где-то 10 минут снимаю. Так, ты просто посмотри. Чё, опять упал? Я чуть опять не упал. Ну, чуть не упал. Я выжил. Я так упал аккуратненько. Ой, я аптечки вижу. О, кстати, я костную кроватку нашел. А давай складывать на кровать всю еду. О, пицца! Я пиццу нашел. И кушать. Ясон. О, я... Вейпоинт, где он? Также Ясон. Ой, я пиццу нашел, Саша, иди ешь. Да? Я испугался. Еще один минус, у нас здесь много работников гуляет по центру. А я свистну. Я хотел это. Все, я сижу. И у нас балкончик есть. Где? Что ты делаешь? Да зачем ты это положил? Надо поставить. Телевизор это наш огромный фонарик. Да что ты делаешь? А, все нормально. А знаешь, что мы сделаем? О, то я слышу кого-то. Excuse me? Кто ты знакомый? Из Мамы, ну help me.
Саша, это рискованно сейчас с тобой было. Я грину лампу заберу, я зеленую лампу заберу. Я посмотрю монстриков, где они находятся еще. Ладно, мне нужна энергия. На! Жаль, что нельзя сохранить. Саша, а у тебя долго видео будет длиться? Я не знаю. Давай сейчас закончим. Я хочу, когда бы где... Я упал. Давай сейчас закончим. Я вдо... Когда будет 21 видео минут. Я закончу. Я тоже. Я сейчас тебя светить буду, чтобы ты не упал. Ой, на слампу упала. Там чел бегал этот. Да отойди, Ясон. Эскипи. Эскипи там бегал. А сами... А, да, я вижу, они убегают. Я выпью водичку и вы... Я, короче, много еды съел, так что вот так все. Давай. Да опять фонарик уронил. Давай сейчас 21... Когда у тебя 21 минута будет, это закончим, это отправим, это... И потом снимем еще одно это в этом... Как его, в маке. И выложим его завтра с утра. Это обязательно надо. Это супер полезная вещь. Она поможет тебе везде. Понял? Прекрасная колтина. Ем хот-дог. Подай блинчики. Дай блинчики, отдай. Сейчас, пожалуйста, дай блинчики, отдай, на. Танцевал с фонариком. Блинчики ложить, потому что... Не блинчики ложить, а еду ложить, потому что он связан с едой. Мы будем подносить ему. Поднос. Куда ты телевизор поставил? Его надо поставить в другую сторону. Это не телевизор. А, монитор. А там компьютер был еще от этого монитора? Нет. Вообще это системный блок. Системный блок, да. Супер картина. Века. Только попробуй. Пошли это. А сколько уже минут прошло? Мало. 21 минута прошла. Да не хочу я заканчивать видео. Это ты как хочешь, заканчивай, я продолжу.
этот компьютер тот самый. Только здесь я только кресло вижу. Здесь системного блока нет. А. Да здесь куча кресел с этими, с компьютерами, но компьютеров нет. Здесь только кресло. Системных блоков даже нет. Что за картина? Поклоняемся. Чтобы она этот телепузик не украла. У нас ценные картины и ценный телепузик есть. Какие телепузики? Давай за ней следить. Какие телепузики, сумасшедшие? Кстати, Хаги-маги. А она что-то... Она дом строит. А. Главное, чтобы она у нас не забирала. Я не знаю, она хотела, наверное, разрешение у нас спросить. Она сейчас... я попробую на тебя запрыгнуть. Ой, я не могу, ты прозрачный. Да отпрыгни от меня. Я крышу пытаюсь поставить. Все. Ладно. Блин, Ясон, она так сейчас все доски украдет. Не надо Ясона рушить, она может наш дом разрушить. У нас телевизор упал, ты знаешь? А, она к нам идет. Молодец, Ясон! Ты разрушил ее дом, теперь она у нас ворует. А ну иди сюда. Сейчас я у нее весь дом разрушу. Будет ей дом. Я пока возьму всю еду. Саша, это не защищай дом. Она все равно... Я забираю напиши еду. Напиши ей что-нибудь. Ну ж достала. А меня ты не убьёшь. Чего ж меня не трогаешь? Я всю еду забрал. Я сейчас. Так что пусть рушит, вообще пофиг. Ясон, чё? Пусть все рушит, вообще пофиг. Я всю еду забрал. Еда это главное. Чё, мам? Я понял, но ты говорил. Саш, что, заканчиваем видео? Ну, давай. Давайте закончим на этой тупой бабе. С вами был Саша Кираков и Масон. Ссылочка на канал будет в описании. Всем пока. Всем пока. И, да.